музыка на Самарской набережной сразу привлекла много слушателей. Когда над Волгой раздаются звуки знаменитого вальса на сопках Манчжурии, трудно устоять на месте. Так и хочется закружиться в танце. Мы ходим, и хочу, чтобы молодежь тоже ходила. Все занимались музыкой, слушали прекрасный наш оркестр и оркестры нашей области. Музыку пишут для людей, поэтому надо, чтобы были люди, чтобы ее слушали. Вальс на сопках Манчжурии впервые прозвучал на публике именно в Самаре более 100 лет назад. Его исполнил духовой оркестр 214-го Макшанского полка под управлением автора, военного композитора Ильи Шатрова. А уже спустя 2 года после исторического концерта музыкальное произведение на сопках Манчжурии стало одним из самых популярных и узнаваемых. В Самаре Всероссийский фестиваль духовых оркестров проходит 2-й год подряд. Духовая музыка организует, поднимает людей, возвращает какое-то ностальгическое настроение. Это свойство духовой музыки, свойство вальса, свойство марша, свойство вообще этого духового жанра. Духовой душа поет. Поэтому нам, людям, это чрезвычайно свойственно. И я очень рад, что у Самары появился новый бренд. В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне в концертную программу вошли военные песни. В этом году во Всероссийском фестивале духовых оркестров на сопках Манчжурии принимают участие музыканты из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Сызрани и Самары. Фестиваль прошел на нескольких площадках города. Оркестры исполнили известные музыкальные композиции в парке Гагарина, Струковском саду и в парке Победы. Лариса Шалафаст, Константин Головин, события.